Дед посматривает на меня, как будто им какое-то дело до меня есть. Я в другое место пересел. Тут, короче, собрал грабли, мешок. Сейчас буду таскать с одного части двора в другую, к бакам. Собирать скошенное. Солнце уже светит, но ветер холодный. Вчера теплый был ветер. Ой, точнее, не вчера. В прошлый раз, когда... Да, вчера. Просто не совсем понятно, где границы. Тут как бы угловой дом. Тут уже вот этот дом не мой, вот этот. Я не знаю, где границы мои, а где уже этого. Может, я уже его территорию убрал другого чела. Дворника. Если он там вообще есть. А еще вы будете слышать, и когда, если я куплю эти GoPro камеру, слышать, как какой-нибудь мужик орет, там матерится. Там типа машина проехала, видимо, облила его или что. Непонятно. Вроде расстояние большое, и он так матерился там. Агрессивно. Может, по телефону, не знаю. Баки, все там. Мусорки я все опустошил. Сейчас буду ходить, таскать, собирать мешок, выбрасывать, приходить снова, собирать, выбрасывать. Так очень много раз. Но если бабушка сказала, что двор такой чистый, каким никогда не был, то, наверное, так и есть.